своенравная и непокорная река Вокса возле поселка Лосево Ленинградской области. Не просто бороться с ее течением. Спортсмены общества «Труд» провели здесь всесоюзные соревнования по гребному слалому. На трассе 29 ворот. Положение, в котором лодка должна пройти каждые ворота, строго оговорены правилами. Сложные маневры не всегда заканчиваются благополучно. Выступления Андрея Андреева и Александра Иванова, лидеров сборной команды Ленинграда, вызвало, пожалуй, наибольший интерес. Оба они мастера спорта, студенты-дипломники. Этот экипаж отлично справился со всеми трудностями на 800-метровой трассе. Иванову и Андрееву вручены награды победителей.